Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян на первой двусторонней встрече на полях Межправсовета ЕАС в Алма-Ате сделали селфи, сообщает ТАСС. В начале встречи Мишустин, зайдя в зал, хотел сразу сесть за стол, но коллега из Армении напомнил о необходимости сфотографироваться и пригласил к флагам. Премьеры пожали руки и несколько секунд позировали. Затем глава российского правительства предложил немного другой ракурс, стоя рядом на фоне флагов. «Давайте», — согласился Пашинян и тут же поинтересовался, а может еще и селфи? Под смех членов обеих делегаций они сделали селфи на телефон премьера Армении, известного своим пристрастием к этому жанру фотографии. «А по-армянски как селфи будет?» – спросил Мишустин. «Селфи? Да это армянское слово!» – сразу ответил Пашинян.